Андрюша, ты пришел? Как тебе моя новая стрижечка? Алло, я у Дворцовой, скоро буду. Олег Иванович, я все закончила. Иду. Спасибо огромное. Угу. Боже ты мой, идеальная чистота. Потрясающе. Здорово. Спасибо. Спасибо огромное. Значит так, вот, пожалуйста, как договаривались. Угу. Если будет необходимость, я еще позвоню, ладно? Хорошо. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Давайте я открою. До свидания. Да. Андрюш, это я. О, Олег, привет. Как ты? Ничего, все нормально. Вот чистоту навел, даже окна помыл. Сам? Да боже сохрани. Нет, ну, женщину вызвал. А только окна мыть или что-то еще, а? Ладно. Она предлагала, но я отказался. Скажи, а во сколько сегодня самолет? В 2:30. Я сейчас забегу в филармонию и потом в аэропорт. А на чем ты поедешь? На своей? Не-не, свою оставлю. Ну, ради такого дела я попросил, чтобы филармония выделила машину с водителем. Ты поедешь? Слушай, нет, у меня много дел. Ты передавай привет и спасибо тебе, что ты их встречаешь. Я под... Алло, Андрей, алло. Ну, черт. Да я уже у офиса. Через минуту буду. Ага. Привет. Здрасте, Андрей Михайлович. У вас тут родственник дожидается. Я его не пустил. Я ж тебя просил не появляться. Андрюш, ну, а к кому мне еще идти? Ты же мой единственный родной человек. Андрюша, у меня беда. Что на этот раз? Слушай, всю квартиру обчистили. Даже Нонке на колечко вынесли. Сколько надо? 5000 рублей. Вот. Больше не приходи. Подожди, Андрюш, мне 500 не хватит. Мне нужно 5000. Андрей! Давай. Давай на выход. Доброе утро. Доброе. Так, где у нас проходит обсуждение проекта? Приемный. Вас уже все ждут. Говорят, ваши родители приезжают сегодня. Да.
пожалуйста, перестань читать, поговори со мной. О чем? Мы уже обо всем поговорили. Что там такого интересного про тебя пишут, что ты читаешь эту газету уже несколько часов? Обо мне здесь нет ни строчки. Тогда отложи газету. Вниз посмотри. Там уже родина, Миша. Я так волнуюсь, а тебе совершенно наплевать. Хотя действительно, чего я удивляюсь? Тебя всегда только свои внутренние переживания заботят. Надеюсь, Андрей приедет нас встречать. Сомневаюсь. Ну, тут все ясно. Три концертных зала, холл, культурная зона в цокольном этаже. Ну как? Ты меня спрашиваешь? Ну, ты главный архитектор. Кого мне еще спрашивать? Тебе не нравится? Прости, мне кажется, у тебя здесь масса технологических проколов. Да. И смета превышена. Вот проект Андрея Михайловича, он в смету укладывался. Ну, ясно. Вся работа коту под хвост. Илья, у тебя есть 2 недели. Так доведи проект до ума. Да? А зачем я это буду делать, если мой проект все равно хуже твоего? Ты уже все придумал, а теперь решил поиграть в доброго папу. Мол, пусть мальчик попробует. А теперь тебе это надоело? Это неправда. Просто за твой проект я отвечаю так же, как и за свой. Под твоим стоит твоя подпись, но марка моя. Так что доработай проект, а вечером покажешь. Ага, или шаг сдохнет. Ведечка! Ты что приперлась? Я... Ты же сам сказал, я жду. Да? Ага. Не помню. Ну чё, встала, пошли! А я-то понимаю, что-то я ж стою, тебя жду, а тут холодно. И я вот думаю, господи, пришел бы скорее, а то прям руки, ноги ж прямо окоченели, знаешь? Ариадна Филипповна, я вас приветствую. Андрюша! Ой, вы прямо как... Кто у нас там в античной мифологии был босоногим? Да практически все, только Меркурий в сандалях. Проходите, садитесь. Спасибо, что случилось? Сугроб залез. Когда прилетели? Да вчера. Получила орден, выпила шампанского и сразу домой. Ох. Ну? Рассказывайте, как он вам? Кто? Орден? Президент. А-а-а. Сам вручал. Нет, он попросил дворника дядю Васю. Хотите честно, Андрюша? Я ничего не помню. Тряслась так, что у меня зубы стучали. Это у меня-то. Хорошо, что там фотографировали. Теперь пришлют фотографии, я хоть посмотрю, как все это было. Но главное, орден есть, значит, не приснилось. Ух ты! Вот вам смешно. Ведь это ж событие. Мне ордена не светят. Не зарекайтесь, Андрюш. Ладно бы медаль, а то орден. Я вами горжусь. Спасибо, дорогой мой. Спасибо. Давайте это дело обмоем. А давайте. И вам сейчас не помешает. Чтобы вы не простудились. Это что за сосуд такой? Венецианское стекло. Ох, дорогой вы мой. Русская водка – это вам не какой-нибудь коньяк Камю, это сакральный напиток. И венецианское стекло ей не подходит, она в нем прокиснет. Водка не киснет. Не спорьте с девушкой, водка должна быть в бутылке с красивой этикеткой и с алюминиевой нашлепкой на горлышке. И с соленым огурцом. О, правильно. Но на такую роскошь я не рассчитываю. Как будем делить? Режьте повдоль, поровну. Так. Ну-ка, держите. Ну, раз, два и три. Извините, Андрей Михайлович, к вам из милиции. Откуда? Из милиции. Извините, пожалуйста.
Международный, Олег Иванович. Ну а куда ж, дорогой мой, из Парижа люди летят. Ты не пил вчера? Нет. Тут как будто водкой пахнет. Точно? Ты посмотри, как водить-то стали, а? Ну что он делает? Сами-то водите? Вожу-вожу, но редко. У меня внимание рассеянное и для рук. Излишнее нервное напряжение противопоказано. Так что для удовольствия вожу иногда. Вы меня простите, у меня мало времени, я занят. Да я сам, знаете ли, не свободен. У меня тоже масса дел. Ну, раз уж я зашел, уделите мне 10 минут. Моя фамилия Патрикеев. Хорошая у вас работа. А вы, простите, кто? Знаменская Ариадна Филипповна, врач-академик, орденоносец. Что же это вы? Врач, орденоносец, а пьете? 100 граммов водки в день, 2 приема. Очень полезно для сердца. Ваше здоровье. Запомню. Угу. Сегодня из Нью-Йорка в родной город возвращается писатель Михаил Данилов. В 60-е годы он входил в известную литературную группу «Горизонт». Его роман «Наводнение» когда-то гремел по всей стране. Последняя его книга «Странствия меланхолика» издавалась сначала в Америке, а затем в Европе. Миш, ну что у тебя вечно всех не выдай по правде? Ну, Света, отстань, это не имеет значения. Как это не имеет значения? О, Боже, это Андрей. Где? Это Олег. Светлана Сергеевна, дорогая, здрасте. Здрасте. Михаил Петрович, здравствуй, дорогой. Здравствуй. Как долетели? Нормально. Все хорошо? Михаил Петрович, вы надолго в Петербург? Конечно, это же мой дом. Скажите, пожалуйста, почему до сих пор ваша последняя книга не издана в России? Ну, это вопрос нескольких дней. Честно говоря, я немножко не понимаю успех этой книги в Европе, потому что она очень личная про всех нас, про меня, про моих друзей. Она обязательно будет издана. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. С возвращением. Олежа. А где машина? У входа, у входа. А где же Андрюш? Ну, он не приехал. Просил передать привет и поцеловать. Безобразие. Почему нас не встретил? Ну, не будем об этом, ладно? Стыдно. Всегда за него стыдно. Ничего, я думала, он страшного. Изменился. Привет. Рассказывайте. Губительный напиток. Ай. Но желанный. Вениамин, когда ты сделаешь ремонт? Когда надо. А я, Венечка, я уют люблю. Ага. А хочешь, я тебе стихи почитаю? Че, плохо сидим? Слышь, Верка, ты молчи. А то я тебе больше не налью. Грубый ты, Венечка. Ага. Нет в тебе художественной жилки. Вот ни капельки. А нахрена она мне нужна? Я ж не ты. И не Данилов. Я Данилова видела. Один раз. Ты знаешь, у него лицо такое. Одухотворенное. И глаз демонический. Сука он. И больше ничего. Венечка. Венечка, миленький мой. Венечка, ты не ругайся. Вот я тебя очень прошу, Венечка. Ты не ругайся. Сука, сука, сука. Не хотел я с ним ссориться, ведь не хотел. Пришел к нему сегодня по-доброму, по-родственному. А он мне... Да, не хотел ссориться, но, видно, придется. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы одна сегодня? Да, к сожалению, да. А Ирочка где? Работа у нее, все время работа. Женщина не должна работать. По крайней мере, мне так кажется. Конечно. Как говорил один мой приятель, прежде всего, чтобы хорошо выглядеть, женщина должна много спать. Да, только с работой совместить это практически невозможно. Здравствуйте. Добрый день, присаживайтесь. Что будем делать? Укладку. Марта! Черняковская Марта! Что? Ты что, плохо слышишь? Да нет, нормально. Когда ты собираешься тестироваться? Я готовлюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и чего тянуть? М? Ну напиши ты хотя бы плохо. Зато не уволят. Не напишешь вообще, уволят точно. Но это же американцы, ты пойми, они работают по инструкции, понимаешь? Угу. Не выполнишь инструкцию, все, разговор короткий. Таковы правила. Привет. Привет. Ну не будь ты дурой, не будь. Там нет ничего сложного. Я завтра, можно? Хорошо. Завтра. В 10 утра. Сразу же ко мне. Вот тут у меня дело об убийстве вашей жены Ноны Ковалевой. Знаменская. Вы врач. Вот, вы давали показания, а Андрей Михайлович лечился потом... Андрей Михайлович проходил реабилитацию в моей клинике после того, как дело было закрыто. Закрыто? Кто вам сказал такую глупость? Оно не закрыто. Может, кому-то и лень было? А мне не лень. Вот. У меня закрытых дел не бывает. У меня к вам пока только один вопросик. Андрей Михайлович, в вашей квартире вместе с вами и вашей женой проживали ваши родители. А что же их никто не допросил? А их на тот момент не было в стране. Они так с того момента и путешествуют. Да, представьте себе. Они прилетают сегодня. Уже прилетели. О как! На ловца и зверь бежит. Хорошее начало. А вы говорите, я неудачный день выбрал. Я этого не говорил. Вот завтра с ваших отцов и матерей и начнем разбираться. Если что вспомните, позвоните. Вот вам мой телефончик. Всего доброго. Хорошо. Если это были не вы, то кто? И где вы были в момент преступления? Я не помню. Вы вернулись домой. Откуда? Где вы были? Я не помню, не помню, я не помню! Это плохо. Уже прилетели? Да. 20 минут назад. Не поехал встречать их? Не простил. Простил, наверное. Просто из-за того, что мы помиримся, я думаю, ничего не изменится. Всегда было плохо, и сейчас будет. А в сотый раз наступать на одни и те же грабли уже сил нет. А может, они изменились? Грабли? И стали розовым кустом. Сомневаюсь. Олег их встречает. И слава богу, мне так спокойнее. Квартиру он привел в порядок, живет там. Мама его обожает. Пусть все так будет. Как-то это все неправильно. Данилов, сволочь! Сволочь! Сволочь он! Нонку мою сеструху грохнул, а сам живет себе припеваючи, ничего в ус не дует!
Может быть, не он это? Может быть, ошибка? А кто, я, что ли? Чего? Ничего. Нонка моя в земле лежит. А этот архитектор хренов деньги лопатой гребет. Каждый год машину меняет. В пиджаке такой важный. Я у него 100 рублей попросил. 100 рублей. Это что, для него деньги, что ли? Да нет, не деньги. Ну так дал? На, во, выкуси, даст он тебе, как же. Я месяц назад всего у него был. Говорю, дай, дай. А он говорит, а ты сначала старые долги, Веня, отдай. Это с какого перепою? Он сестру мою грохнул. А я ему что, должен старые долги отдавать? Не знаю, Верка, куда этот мир катится. Блин, долгов во. Фух. А кто поможет? Ну кто поможет? Я. Венечка, я тебе помогу. Ты не думай. Я могу перевоплощаться. Хочешь? Я на панель пойду. Да кому ты нужна нахрен на этой панели? Ой. Надо с умом все делать, по справедливости. А что, он мою сеструху грохнул? Угу. Вот пусть теперь деньги платит. Зато все по справедливости, поняла? Михаил Петрович, осторожно. Умница, Олеженька. Умница. Спасибо. Вот все другое. Стиль тот же, качество. Портьеры прекрасные. Умница. И то, что отговорил меня ехать сюда сразу после этого ужаса. Умница. Прошу. Вот. Ну что, все прямо здесь и было? Светлана Сергеевна, мы же договорились. Ужас. Забыто раз и навсегда. Какая гадость. В моей спальне. У нее была своя комната. Как я теперь здесь прекрасно спать? Прекрасно спать будете. Прекрасно. Ну вы посмотрите, ну все же изменилось. Ну аура другая. Ну вот, ну атмосфера. Ну все, ну запахи даже другие. Я за стенкой. Тут Михаил Петрович. Хватит. Ей-богу. Мы же договорились. Забыто. Пошли чай пить? Ну, пошли. Рояль настроен? Ну, обижаете. Ага.
Миша, мы дома! Мы снова дома. Да-да, я в курсе. Али, ну кто же ставит торт в коробке на стол? Иди пока отдыхай, я сама займусь. Все-таки я дома. Сейчас попьем чай, и я разберу вещи. Ну что, да совсем? Ну чего ты взял? Михаил Петрович в аэропорту сказал. Да ну это он так. Прекрасные порывы, не больше. У него грант в Париже. Лекции в Германии, в Париже. Нет, нет. Сейчас он подышит своим воздухом, как хотел. И поедем. Ну, нельзя вернуться из Европы сюда, ты понимаешь? Жалко, конечно. Я думал, так, вместе поживем. Да мы всегда будем вместе. Мы с тобой, ты с нами. Ты что, куда мы денемся друг от друга? Это точно. Помнишь, как было чудесно летом, когда ты приезжал к нам в Биарриц? Умница ты. Мой любимый торт купил. Какой же это лапочка? Да ладно. Не то что. А давайте Андрюше позвоним. А давайте, кстати, правильно. Я утром с ним сегодня разговаривал. Угу. Ты разговаривал, теперь я поговорю. Я бы очень хотел, чтобы он пришел. Только умоляю, не сегодня. Я и так вся на нервах после этого перелета. Дай мне прийти в себя. Ну, вечером-то он мог бы прийти. Он, кстати, с того раза здесь ни разу не был. Олег, я понимаю, что это было для него ударом. Ну, теперь все-таки мы приехали. Ну... Олежа, привези его вечером. Да, предупреди, что конфликта не будет. И как бы он ни пытался со мной поссориться, у него ничего не выйдет. Главное, чтобы он правильно реагировал на мои слова. А он всегда реагирует неправильно. Света, я вас умоляю. Хорошо, я сделаю все, что в моих силах. Я вам не домработница. Да если бы ты просилась домработница, я бы тебя не взяла, лентяйка. Живешь тут на всем готовом, а ведешь себя как свинья. Да я вашего вообще ничего не трогала. Ни одной тарелки за собой никогда не помыла, неряха. И мать твоя, и брат твой. А нищие вы, потому что вы бездельники и трутни. А сама-то, ой. Не сметь так со мной разговаривать, Андрей! Я благодарю Бога, что мы завтра с папой уезжаем. Ты превратил наш дом в бардак. Привел сюда эту девку, которая хозяйничает и ходит в доме в грязном халате. Андрюша, твоя мама хамка. Андрей. Что? Я решил, хватит с этим париться. Твой проект, так твой. Ты о чем? Ну, а, о конкурсе. Слушай, ну ты же знаешь условия. Доведи проект до ума и вперед. Андрей, ты судишь необъективно. Ты не можешь судить объективно. Потому что ты тоже архитектор. А потом у тебя свой проект, у меня свой. И при этом ты судья. Ты решаешь, чей проект отправить на конкурс. Так не бывает. Твой хитроумный план сшит белыми нитками. Илья, у твоего проекта есть объективные недостатки. Пойдем. На. Ну вот... Что это за башня? Зачем она? Это колокольня. Оттуда будет музыка звучать. Музыка? Замечательно. А почему колокольня похожа на трубу крематория? И потом, Илья, вот здесь, в 500 метрах, находится колокольня Никольского собора. Тебя это не пугает? Послушай, ты своей позицией просто унижаешь меня. Ладно, давай позовем независимых экспертов. Пускай они определяют, чей проект лучше. Это будет честное соревнование. Честное соревнование между главным архитектором и мальчиком на побегушках. Интересно, кто ж в это поверит? Смешно. Духа. Ой, здравствуй, солнышко. Ты ко мне? Ну, заходи. Я нет, я туда. Ой, чем от тебя-то пахнет? Вкусно. Ты прям вся такая. Вкусно. А мы красавицу себя?
Но насчет красавца я с тобой совершенно согласна. А вот насчет твоего я бы подумала. Лид, он еще никому в руки не давался. Ничего, я над этим работаю. Ладно, пойду посмотрю. Давай-давай, потом зайди ко мне, хорошо? Хорошо. Опа. Привет. Привет. Чем ты так пахнешь? Вкусно. Очень. Домой ты едешь? Да, поеду домой. Работать невозможно. Все дергают, дергают. Слушай, а подвези меня. Тебе же все равно по пути. Да, конечно. Да? Поехали. Пока. Счастливо. Подожди. Ты почему приезжаешь без звонка? Во-первых, привет. Привет. У тебя телефон выключен. Он не выключен, он в сугроб упал и сдох. Ты ставишь меня в неловкое положение. Я тебя никуда не ставлю. Я все поняла, я поехала. Вечером созвонимся? Вечером. Собираешься с девушкой по-быстрому? Пока. Телефон почини! Дурак. Я ведь Телиму не позвонила. А кто это был? Марта. Она влюблена в тебя, да? Не смеши. За 12 лет, которые я ее знаю, я сбился со счета ее женихов считать. Да? Ну и где все они? А твои где? Запомни, женщинам в моем присутствии обсуждать друг друга запрещено. Михаил Петрович, вы надолго в Петербург? Конечно, это же мой дом. Скажите, пожалуйста, почему до сих пор ваша последняя книга не издана в России? Ну, это вопрос нескольких дней. Честно говоря, я немножко не понимаю успеха этой книги в Европе, потому вот что... Вот и появились. Вот и взялись, дорогие мои, потому что хватит по заграницам ездить. Спасибо. Пожалуйста. Тоже мне писатели. Спасибо. С возвращением. Дело, видите ли, закрыто. Раскрыть его не могли. Кофе я нашла. Ровно полчаса. Хорошо. К нам гости придут. Раздевайся. Угу. Миша, мальчики будут музицировать.
посмотри, что я подобрал. Андрюш, это я. А, ну как вы там? Все нормально, еду к тебе, собирайся. Куда? К родителям. Тебя ждут к вечернему чаю, я должен с тобой приехать. Олег, ну давай не будем к этому возвращаться. Ну, Андрей. У меня полно работы. Ну, всего лишь часик посидишь и поедешь к себе работать. Я тебя как-нибудь отмажу, ну соглашайся, алло. Ты спишь, что ли? Да нет. Ну, все-таки это твои родители, ну столько времени вы не виделись. А приезжай. Я не ослышался. Ну ты психа из меня не делай. Через сколько будешь? Ну, думаю, с учетом пробок на Лиговке, минут через 20 буду. Ну, давай, до встречи. Светлана Сергеевна, все нормально. Да, скоро будем, так что ставьте чайник. Еду, ага. Кто звонил? Олег, сейчас заедет. А который час? Мне, кстати, пора, я уже опаздываю. Угу. Мне кажется, ты уже везде успела. Слушай, не говори ему, пожалуйста, что я была у тебя. Почему? Ну, потому что. Он же влюблен в меня. А зачем расстраивать хорошего человека? Это так, вопрос о моих женихах. Я с удовольствием благословлю вас и буду нянчить ваших детей. А вот это я тебе еще припомню. Да. Да, это я. Я знаю. Нет, я завтра не смогу. Я заеду послезавтра. Да, знаю, натощак в 8:30. Угу. Хорошо. Я обязательно буду. Угу. Кто звонил? Никто. А что натощак? Ничего. Почему в 8:30? Нет, в 8:30 это нереально. Марта, нам надо серьезно поговорить. Мама, ну я прошу тебя, не говори фразами из сериалов. Я совсем перестала тебя понимать. Мамочка, это страшное событие случилось 20 лет назад. Сокрушаться об этом бессмысленно. Тебе 26. Надо думать о семье. Нельзя оставаться всю жизнь подростком. Нельзя. А я думаю. Я думаю.
установишь, я маме цветы куплю. Оглянись. Я сам хотел купить. Ну хорошо, сейчас остановимся, купишь сам. Ко мне сегодня из милиции приходили. Ну и что? Там назначили какого-то нового следователя, который хочет во всем до конца разобраться. Он собирается к родителям прийти. Ну пусть приходит, что выяснит-то? Выяснит, что мое алиби не стоит ничего. Мне кажется, ты преувеличивая способности людей, которые работают в этих кабинетах. Кого-нибудь понизили в должности, хочет выслужиться перед начальством. Но я-то здесь при чем? Только все начал налаживаться. Андрюш, дорогой, только я все, этот кошмар Андрюш, начал забывать. Андрюш, ну мне кажется, ты все преувеличиваешь, ты себя накручиваешь. Олег, обман рано или поздно вылезет. Я каждый день живу с этим страхом. Андрюш, я тебя прошу, ну выброси все из головы. Букет забыли купить. Но есть запасной. Пошли. Ну, держи. Пошли. Иди, я сейчас. Да что ж вы, да что ж вы делаете? Вы не имеете права так с ним обращаться. Если это были не вы, то кто? Андрюш, держись. Все будет хорошо. Андрей!